масочный режим. У нас, естественно, у сотрудников будет проверка температуры каждодневная у сотрудников, у детей. Также у нас будет обработка комнат дополнительная. Помимо того, что у нас было всегда, у нас будет обработка территории. Всего того, что у нас находится на территории, тоже будет обрабатываться. Естественно, везде антисептические средства. Но все, что требуется, как бы, да, мы выполним.